Всем привет, мы продолжаем играть в одни из нас. У нас тут все очень и очень плохо. Мы сидим на задворках какого-то дома, и здесь дофига щелкунов. Не знаю, что здесь можно сделать, честно говоря. Бомбу не получится. Лезвие можно вот одно сделать. Мне кажется, что это нам особо не поможет. Так, ладно, ушел этот чмошник. Давайте, наверное, я не знаю, что делать, честно. Стрелы я уже потратил благополучно. Можно попробовать сдохнуть, нам дадут стрелы заново. Далеко? Мы уже близко. Действуем быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Идея ясна. Давайте теперь зарядимся. Ну, иногда бывает и такой вариант возможен тоже, как мы сделали с вами сейчас. Здесь у нас где-то стрела должна быть. Давайте соберем. И причем даже не одна. Так. Ладно, вроде как все сделали. Давайте тогда поменяем оружие на лук. Что-нибудь найдем нужно. О, телек нашел. Большой такой. Только он такая нам, конечно, не нужен. Еще один телек. Тут что-то блестит. Отлично. Так. Что-нибудь, может быть, можем сделать? Нет, к сожалению, ничего не можем сделать. Ванные обычно лекарства всякие бывают. Нет, нет. Никаких лекарств. А здесь? Стой, куда ты побежал? Залезайте. Надо перебраться через фургон. Да, сейчас залезем. Так, залезаем сюда.
Домик на дереве. Ты ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем внутрь. Давай, Элли. Так, спешим. Тут главное не суетиться. Давай, давай, заходи, Элли. Сейчас мы по ящикам пошарим. О! По-моему, можем сделать... Не можем. Печалька. Ух ты! Эй, Джоэл! Что? Патрончики берем. Так, давайте выберем такой пистолет и зарядим его. И, соответственно, дробовик. Отлично. Эй! Черт. Помоги открыть. Подожди, не спеши. Нам надо наверх подняться. Тут целый дом вообще. Куда вы спешите все время? Мы же живем после апокалипсиса. Здесь запчасти нужно брать всякие. Дневник мальчика, давайте посчитаем. 4 октября. Школу закрыли насовсем. Хоть какая-то польза от этой эпидемии. Хватит с меня уроков и домашних заданий. 5 октября. Мама с папой ссорятся. Не знаю, как им это удается, но они кричат друг на друга шепотом. Мама хочет уехать к сестре, а папа говорит, что здесь безопаснее, что эпидемия сюда не доберется. 6 октября. Папа ругал меня за то, что я слушал радио. Мол, в новостях сплошное вранье. Мама с ним согласилась, сделала храброе лицо, но я все равно вижу, что она боится, и папа боится. 7 октября. Похоже, папа расстроился из-за вчерашнего. Он даже не ругался, что гаджет спал в моей постели. Зашел, погладил гаджет, вздохнул и вышел. Я никогда его таким не видел. 10 октября. Папа всю ночь успокаивал маму. Тетя Карен умерла. Я так расслышал. За завтраком они молчали, делали вид, что ничего не случилось. Я им подыграл. 15 октября. К папе подошел офицер Джонс. Они о чем-то шептались. Сейчас все только и делают, что шепчутся. Потом папа сказал, что мы уедем из города в новый дом, что военные нас будут защищать, и что я могу взять с собой только одну сумку. Мама в ужасе. 16 октября. Там, куда мы едем, с собаками нельзя. Мы отвезли гаджета на окраину города. Я снял с него ошейник и отпустил. На обратном пути папа подтвердил, что с ним все будет в порядке. Звериные инстинкты помогут ему выжить. Как же. 17 октября. Пора ехать. Папа говорит, что мы скоро вернемся. Врет он все. Можно тебя отвлечь на секунду? Ну? Да. Мне очень жаль, что так получилось. Я Тесс. Все. И на этом тема закрыта. Элли. За меня не переживай. Надо найти Билла. Ясно. Давай Билла искать. Здесь нельзя открыть ничего? Нет, больше ничего, к сожалению, здесь найти нельзя. Маленькие дети. А, нет, можно. Ха-ха-ха. Пилюльки. 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 Здесь нет, ничего нельзя. Так, давайте еще тогда посмотрим, что там по пилюлькам у нас. 20 пилюльков у нас, на 20 пилюльков мы ничего не можем. Ну ладно. Давайте тогда выходим. Что тут сделаешь? Совет? Да, давайте совет хочу, да.
С помощью Билла. Да, хороший совет. Спасибо большое, игра. Ты очень хорошие советы даешь. Стрелы, стрелы надо брать. Вау. Ну что-то еще что есть? Поехали. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Они близко. Так что не шумите. Да, не слишком близко. Так, ну что, какой план-то у нас будет? Луки. Так, давайте посчитаем. Раз, два. Чего не шумит-то? На! Живы остались. Стрёмно. Так, приготовить мы ничего не можем. Можем коктейль молотого сделать, да? Да, давайте сделаем коктейль молотого, это классная штука. А ты можешь еще и драться? Это прикольно. Так, больше здесь никого не осталось. Давайте немножко попробуем вот сюда пробежаться. Патрончиков у нас нет больше. Тут полицейские точилы. Тут все закрыто. Флаг американский висит. Там что-то болтается. Нет? Нет, ничего нет. Зачем здесь такая большая территория нужна? Непонятно. Может здесь мочилово какой потом будет? О, сумка, смотрите. Жирафик чей-то. Ну, так мило. Так, 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 давайте дальше бежать. Третья.
Группа еще какая-то. Или бегом! Бегом! Нате, на, на, на. Скушали нашего друга. Они близко, так что не шумите. Или бегом! Бегом! Сколько тут этих тварей! Короче, здесь бежать надо. Суки. Натя. Короче, бегом. Я понял. Они близко, так что не шумите. Или бегом! Бегом! Сколько тут этих тварей? Куда бежать-то? Чёрт! Убери его от меня! Мочи его. Я думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? Да уж, вот это было мочилово. На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Окей. Давайте подсадим. Иди. Крошечкой к нам. Давай. Только не дай себя убить. Вот спасибо. Залезли быстро. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Пошел. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Прямо, левка. Да, план такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Жесть, они навалились на собой.
Чтобы достать аккумулятор, нам надо внутрь. Давай, Билл! Есть! Окно открыто! Быстрее! Да давай! Джоэл, тут проход! Слышишь? Они идут! Быстрее, малявка! Да-да, я уже знаю, куда бежать. План такой! Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда! Окей, давайте. Дверь забежала! Но он сейчас рухнет! Вперед, вперед, скорей! О-о-о! А смотрите, здесь по-другому. Это что за фигня? Джоэл! Зацепись ты, тварь! Черт! Да блин, это не поможет! Билл, такое скорее! Не поможет, да. Толкай! Ну, да скоро там! Пусто! Что? Ни хрена нет! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Через черный ход. Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда. Пожалуйста. Да это нереально, но вы таких сволочей не могли создать. Джоэл, слева! Срежем через аудиторию. Тут могут рваться помимо этих.
Так. А, вот есть патрончики. Ну, пока дробовик работает лучше всего. На мой взгляд. Вот есть дубиночка. Но тут есть маленький нюанс. Очень важный, к сожалению, то, что так тут все разломано, то, что количество патронов тоже играет, к сожалению, большую роль, и то оружие, у которых мало патронов. Смотрите, блокировка какая стоит на дверях. Use Army. По распорке, чтобы не ломали двери. Блин, прикольно вообще, мне нравится. Хоть что-то армейцы умеют делать. Так. Здесь больше нет ничего, мы все обыскали. Давайте сюда тогда, через аудиторию, как сказал наш друг Билли. Давайте послушаем. Ох, май фак. Похоже, через коридор можно пройти. Это прикольная тема. Что ты делаешь? У меня просто слов нет. Нужно, короче, оружие, которое может много стрелять. Вообще прикольная игра в том плане, что ты всегда думаешь о том, что у тебя осталось из запасов, и пытаешься. Нож есть, это есть, это есть. О, бомбу можно, наверное, сделать. Ну, кстати, и пытаешься решить вопросы именно с помощью тех запасов, которые у тебя остались. Так, нам бомба не нужна, нам нужен пистолет, наверное, пока. Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Сейчас набегут. Подопрем двери. Долго не выдержит. Это не к добру.
прячься! Разберусь. Зачем он нас кидает? Элли, не уходи! Тут... Да, я чувствую, мы здесь сейчас надолго засянем. Так, прячемся. Окей. Идиот! Не отставай! Беги, беги, беги! Спасибо.
Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда, нахер. Нет, друг, нам нельзя валить. Лезем наверх. Подсади меня, Джоэл. Нам надо все собрать. Здесь дофига всяких материалов. Так. Жди, дружище. Пипец, жаль, что нет больше места. Ну что, все мы взяли. Давайте одну аптечку сделаем. Так. Больше точно нет ничего. Только когда бегал, здесь что-то много всего светилось. Это. Ну ладно. Пойдемте тогда дальше. Лезем наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Твою мать! Я понял, видишь? Остался последний! Прикинь! Ненавижу эту пакость! Так, там были еще патроны, сейчас мы их как раз возьмем. Вот так вот, отлично. С ними все, залезай! Быстро! Подтяни! Все. Перебьют. Еще одна лестница. Беги, беги, я за тобой. Давай, 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 давай. Внутрь, живо. Да уж, лучше некуда. Так. Ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь!
Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с заткнись, ней идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Отличная развязка. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Да, я бы тоже так поступил. Слушай, это тоже мое барахло. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Давайте обыщем. Раз такая фигня. Пилюльки. Дай знать, когда будешь готов. Я крикну. Да-да-да. Фрэнк. А что тут обыскивать? Я что-то вообще ничего не наблюдаю. Класс. И взрывчатка тут. Дофига всего. Сейчас письмо Фрэнка есть. Наверное. Оу. Май гад. Одну минуту. Прошу прощения, как-то неожиданно разрядился контролер, вроде другой я брал. Ну ладно, ничего. Сейчас одну минуту на зарядку поставлю второй, чтобы такого больше не произошло.
Все, я готов. Прошу прощения, контролеры у Sony, конечно, классные, но разъезжаются достаточно быстро. Так, ну что ж, давайте дальше почитаем, что здесь у нас. Записка Фрэнка. Окей. В своей предсмертной записке Фрэнк просит прощения у Билла. Вот так. Ладно, здесь мы все вроде как забрали. Книжек здесь нет никаких, типа как. Тогда мы нашли с вами по улучшению ножа, там еще что-нибудь. О, тут есть еще второй этаж. Ну, туда мы пройти не можем. Жаль, 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 жаль. Ну, давайте тогда выдвинемся дальше. К драндулету. Готовы? Да нет, еще не готово. Там это, я записку нашел, тебя Билл просит, твой напарник Фрэнк, прощения. Билл, навалились. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Эли, готовься. Давай, жми, выживай. Отлично. Эй, ты молодец, девчонка. Билл, помолчи. Эли, попробуем еще раз. Соберись. Если доберемся до склона, просто с горки пустим и... С другой стороны, слева. Мне тут помощь нужна! Классно, правда? А вот так вот, толкаешь машину? Да что? Да. Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. За домом, справа. Давай, дружище. Да, чмошники. Эй, прямо за домом, справа!
Разделились. Жди, жди, брат. Что вот это у нас? Патрончики. Да, поехали. Давай, 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 давай. Ты ведь мне целый день испоганил. Понимаешь, что? С другой стороны слева. Дурацкий инстинкт кушать. Было бы, конечно, неплохо по домам бы полазить. А это тот дом, из которого мы тачку выгнали, да? Нас избавишься. Холму, мать твою. У нас патронов уже не осталось. Элли, готовься! Все, Элли, заводи! Слышишь звук, Билл? Это значит, что зараженные тоже это услышали! Садитесь в машину! Сзади! Жми, жми, жми! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга.
Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой билик ночи точно хватится. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Эй! Прошу, охренеть. Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. По-моему, наша тачка накрылась. Я в порядке. В порядке. Так вылезай, скорей. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Джон! Вот ублюдок! Вставай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Смотри! Ага!
Сволочи. Этот хрен. Над автобусом. Что за хрень? Этот говнюк очень опасен. Он перебил... Рассредоточиться. Смотри, Клова. И все. Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. Ну что, с тачкой у нас все. Я думаю, что на этом пока мы с вами прервемся, продолжим в следующий раз. Большое спасибо, что смотрели. Переходите еще, нас ждет много интересного. Пока-пока.